Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Galaxy S22 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на этом устройстве отключить звук и вибрацию клавиатуры. Для этого мы переходим в настройки. Далее переходим в общие настройки и в настройки клавиатуры Samsung. Идем вниз и выбираем проведение касания обратная связь. И выбираем реакцию на касание. И просто отключаем звуки и отключаем вибрацию. И также можно будет их потом включить. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.